Маши. Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о новом «Бентли» и бедах нашего рынка. Компания «Бентли» начала прием заказов на обновленный седан «Мульсан». Новость, безусловно, радостная, особенно для тех, кто хоть раз видел ценник на этот автомобиль. На нашем рынке цена на флагманский автомобиль стартует с отметки 21 миллион рублей. А где финиширует, не знает никто. Рестайлинговый «Мульсан» отличается от предшественника другой решеткой радиатора, бамперами и фарами. Внутри новые сиденья и новая же мультимедийная система от компании «Найм», стоимость которой равна заработку российского учителя за год. Автомобиль можно приобрести в трех версиях – стандартной, удлиненной и спортивной. Последняя оснащается форсированным V8 объемом 6,7 литра и мощностью 537 лошадиных сил. До сотни этот огромный шкаф разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км в час. Ну и надо ли говорить, что каждый автомобиль Bentley собирается вручную и по индивидуальному заказу. Граждане, готовьтесь. Как сообщают коллеги из «Коммерсанта», нас ждет серьезный рост цен на новые автомобили. Основной фактор роста – слабый рубль. С 2014 года автомобили в России подорожали на 44%. И это при том, что некоторые фирмы не повышали цены. Они надеялись, что наша валюта придет в чувство, но этого не произошло, и теперь приходится отыгрывать убытки. По прогнозам некоторых участников рынка, цены могут вырасти на 10-15%. И тут дело даже не в колебаниях курса. Масло в огонь добавила эра ГЛОНАСС. С января следующего года каждый официально продаваемый автомобиль на нашем рынке должен быть оснащен этой системой. По утверждениям некоторых производителей, установка тревожной кнопки в каждый модельный ряд обходится в 6 миллионов рублей. Понятное дело, из своего кармана производители платить не будут. К чему приведет скачок цен, объяснять не надо. Стремительно нащупывающий дно рынок в следующем году может его достичь. Правда, участники рынка готовы к тому, что все еще наладится. Поэтому некоторые из них подготовили на следующий год акции и прочие мероприятия. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».